люди могли с бытовым пьянством десятки лет существовать. Потом мы попали в 90-е годы, и бытовое пьянство за 2-3 года превращало людей в алкоголиков. Значит, как это удивительно было. Но ничего на самом деле в этом удивительного нет. Потому что механика следующая. Значит, человек использует алкоголь в качестве анксиолитика, противотревожного средства. Выпил, и полегче стало. Не просто пью, потому что, чтобы не выпить, а вот пью, потому что надо расслабиться. Нужно, вот как-то я должен... И вот. И мозг запоминает, что есть способ справиться с дискомфортом. У него формируется условная положительная связь, что если я выпью, мне станет хорошо. И если он пребывает в состоянии постоянного стресса, он уже знает, куда бежать. Где-то что-то пошло не так, что делаем? Вмажем.